В Дербенте проводится работа по демонтажу незаконно установленных нестационарных торговых объектов. К ним относятся платежные терминалы, кофе-автоматы, силомеры-боксеры. Как сообщили в мэрии города, на сегодняшний день административно-технической инспекции было демонтировано более 60 платежных терминалов, 20 кофе-автоматов и 12 силомеров-боксеров. Хочу поблагодарить владельцев данных аппаратов, которые отнеслись к демонтажу с пониманием. Административно-техническая инспекция администрации городского округа города Дербент и дальше будет проводить работу по освобождению незаконно установленных нестационарных торговых объектов.